Всех приветствую! В этом ролике будут обзоры тестирования самого дешевого электронного трехосевого стабилизатора для смартфонов и экшн-камер, цена которого составляет $70. Ну, начнем с комплектации. В комплекте у нас идет USB-шнур для зарядки стабилизатора, ремешок на руку, который крепится в нижней части ручки. Далее идет такой вот буклетик. Это самое главное, что нужно запомнить, как крепить стабилизатор Steadicam. Ну и последнее, что у нас идет, это инструкция на английском языке. В принципе, тут все понятно по картинкам. Еще хочу заметить то, что в стабилизаторе у нас идет несъемный аккумулятор. И при покупке можно выбрать ее емкость, то есть минимальную, стандартную и максимальную. Ну, я выбрал максимальный аккумулятор. Ну и переходим к самому стабилизатору. На передней части у нас есть джойстик для поворота и наклона камеры. Далее кнопка включения и выключения стабилизатора и кнопка для переключения режимов. Сбоку у нас идет резиновая заглушка. Здесь у нас идет микро-USB выход для зарядки стабилизатора и обычный USB выход для зарядки других гаджетов. То есть наш стабилизатор служит как powerbank. С другого бока у нас находится качелька зума. И с обратной стороны кнопка фото-видео. В нижней части у нас идет стандартная резьба для штатива. Итак, переходим к креплению для телефона. Так, первое, что мы делаем, это крепим телефон в это крепление так, чтобы задняя часть телефона касалась резинового уплотнителя. Далее, что мы делаем, это откручиваем эту регулировочную шайбу и двигаем эту часть стабилизатора до того момента, пока ваш телефон не будет строго держаться по вертикали с выключенным стабилизатором. После чего зажимаем регулировочную гайку и можно включать наш стабилизатор. Для этого зажимаем на 2 секунды кнопку включения. Как видите, наш стабилизатор включился. Итак, рассказываю по режимам. Первый режим у нас называется «Следовать всем», то есть в какую сторону вы будете поворачивать ваш стабилизатор, в ту сторону будет поворачиваться камера. Второй режим переключаем кнопкой «Мод». Это режим называется «Следовать по горизонтали». Получается у нас поворачиваем влево-вправо. Стабилизатор будет поворачивать в ту сторону, какую вы будете поворачивать, но вверх-вниз он не работает, то есть он будет смотреть строго прямо, будет держать горизонт. И последний режим, это заблокировать все называется. Как бы вы ни крутили стабилизатор, он у нас будет смотреть четко, ровно. Итак, ну теперь будем переходить к самому тестированию стабилизатора.